Приветствую вас, Галина. Ну, ответ на ваш вопрос достаточно прост. Мужчина просто не может пережить так быстро ваше расставание. Более эмоционально он воспринял его, менее четко и менее активно у него выражены механизмы контроля себя, вот, и, соответственно, более человек, видно, восприимчив, более сильно задета у него самооценка, скажем так. Вот, что делаете вы? Вы равняете мужчину по себе, вы ожидаете от него того, чего он вам дать, к сожалению, не может, по той или иной причине, неважно, неважно абсолютно, по какой, не может он вам этого дать. Вот, и, соответственно, вас это, очевидно, как-то задевает, то, как он себя ведет. То есть, почему-то вы ждете, что он будет с вами общаться хорошо. Вот, на самом деле, далеко не многие люди могут общаться хорошо после расставания. Вот, ведет он себя так, чтобы как-то вот передать и сбросить на вас тот груз боли, тот груз какого-то вот унижения, может быть, тот груз ответственности и негатива, который он на себе, собственно говоря, ощущает. Вот, вот, в принципе, причина, по которой он себя так ведет. Другой вопрос, что вы могли бы извиниться перед ним за форму высказанных ему претензий, это раз. Два, если вы расстались, опять же, ну, почему вы считаете, что он именно должен вести себя как-то, как он себя не ведет? Вот, и, соответственно, вот эти вот дела, которые остались у вас нерешенными, ну, эти дела, они, может быть, и действительно нерешенные, но, к сожалению, мужчины меньше могут быть практичными в этом смысле, чем женщины. То есть, как бы, среди мужчин, может быть, больше тех, кто ведет себя практично в конфликтных ситуациях и в конфликтных каких-то вот историях, но процент мужчин, которые ведут себя непрактично, меньше, но эта непрактичность, она выше, чем у женщин, вот. И в данном случае ваш мужчина просто, вот он, вероятно, именно такой. Вот, поэтому здесь скорее актуальнее было бы не пытаться понять, почему человек ведет себя именно так, а пытаться понять, что вы можете сделать для того, чтобы вас задевало меньше его поведение, и чтобы человек тоже как-то вот помочь человеку, ну, не испытывать лишнюю агрессию, лишний негатив хотя бы на то время, что вы решаете общие дела. Вот, потому что ваша вежливость вполне может быть воспринята как лицемерие, как насмешка, ну и так далее. Чего только мужчина с задетым самолюбием не придумает, к сожалению. Вот. Ну, следует понимать, что расставание между супругами это в какой-то степени травма, и каждый справляется с травмой как может. Ваш вот бывший муж справляется с этой травмой так, как может он, вы справляетесь, как можете вы, но все равно было бы лучше, полезнее для вас поработать с специалистом, чтобы, возможно, обрести какое-то вот больше равновесия, в большей степени равновесия душевное, в том числе, чтобы чувствовать себя, ну, вот, в какой-то степени более устойчивой перед его возможными вспышками и прочее. Вероятно, мужчина вам отзеркаливает что-то ваше, то есть вот что-то, вот то, что вы чувствуете, что-то, то, что вы ощущаете, вот мужчина, может быть, отзеркаливает еще этот момент. Но это не точно, может быть, ситуация на самом деле и другая совсем. Вот тут нужно разбираться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен
для вас. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.